Привет подписчикам моего канала. Привет всем, кто попал и смотрит это видео. Вот это варенье. Ну, вот это значит салычи варенье. Это там с абрикосы варенье. Закрыто оно крышкой, которая на закрутку. И бывает, вот как ее открыть. Вот это я уже открыл. Ну и решил как бы с вами поделиться, как все-таки я его открываю. Потому что вручную его невозможно открыть. Какого-то специального ключа тоже нет. Открывается это вот так вот. Берем обычный ножик, желательно старый ножик брать. С каким-то остреньким концом. Переворачиваем банку. Я вот нож завожу сюда между крышкой и банкой. И чуть-чуть нож вот так вот проворачиваем. Получается, воздух попадает в банку, и после этого банка очень-очень легко открывается. Правда, нож берите какой-то старый, ну вот как я показал, потому что у меня вот есть, точнее не у меня, у жены вот хорошие ножи, там фирма даже, Винзер, по-моему, ну не дешевые ножи. Видите, кончики уже жена поломала. Но дело не в этом, эту крышку... Вот очень потом легко открывается, как только мы ее вот так вот поддели ножом. Раз, воздух зашел, и после этого крышечка раз и открывается. И эту крышку можно потом еще использовать еще один раз. Так что, вот так вот я открываю варенье. Если у вас есть свои какие-то мнения по этому поводу, можете поделиться. Вот видите. Чуть-чуть поддел, и уже оно открылось. А так, если сильно крутить, во-первых, надо большое усилие, во-вторых, можно там банка может выскочить из руки, где-то упадет банка, разобьется. Так что я надеюсь, мой такой вот опыт открывания банок кому-то понадобится. Ну а если не понадобится, значит, видео было снято просто так, впустую. Ну, а у кого есть какие-то мнения, пишите ниже под видео свои комментарии. Кому понравилось, подписывайтесь на канал и будете смотреть разные видео на разные темы. До новых встреч!